Сегодня в Беларуси день сотрудника органов предварительного следствия. С профессиональным праздником руководство и личный состав Следственного комитета поздравил президент Александр Лукашенко. 5 лет назад глава государства подписал указ о создании ведомства. Новая структура оптимизировала правоохранительную систему и объединила следствие прокуратуры, МВД и ДФР. На счету комитета 1000 раскрытых дел. В Беларуси значительно сократилось число оправдательных приговоров, а это значит, что на скамью подсудимых попадают люди, против которых собраны неопровержимые доказательства.